Чего рассигналился? Папа! Да? Ты исправился? Что за вопросы? А я что, был каким-то не таким? Нет, ну просто вчера ты немного... Посмотри на меня. Чего рассигналился? Притормаживай, остановись на обочине. Молодец. Вот так, молодец ты мой. Молодец. Папа, раз ты исправился, может, и за мамой заедем? Пусть увидит, как я вожу машину. Мама... Мама сказала, чтобы мы ехали домой. С тобой? Со мной. Неужели вы помирились? Может быть. Папа! Так, садись на мое место. Дальше поведу я. Когда приедет мама, мы будем ждать здесь? Может, внесем изменения в наши планы? Давай куда-нибудь поедем, втроем. Отдыхать? Именно. Что скажешь? Я только за. Только сумку соберу. Я знал, что вы помиритесь. Теперь все будет как раньше. Я говорил маме. Папа сейчас немного не в себе, но когда он придет в сознание, ты снова его полюбишь. Потому что она сама говорила, что в любви все возможно. Если кого-то любишь, никогда его не забудешь. А еще она сказала, что даже после смерти ты никогда не забудешь того, кого любишь. Джан, мы с твоей мамой не мирились и никогда не помиримся. Но... Отныне она будет с Изелем. Мама нас бросила. Она не вернется. Слышишь? Не вернется. Нет, это невозможно. Мама меня не бросит. Отойди, я найду маму. Открой дверь! Открой дверь! Остались только мы с тобой, Джан. Маме мы не нужны. Ей нужен он. Нет! Открой дверь! Открой! Успокойся, успокойся. Прости, прости меня. Успокойся, Джан, успокойся. Пусти! Ты врешь! Ты меня обманываешь! Открой дверь! Я хочу к маме! Успокойся, успокойся, успокойся. Папа рядом, Джан. Успокойся. Все хорошо. Все хорошо. Поэтому мы переехали в дом дяди Зеля. Они с самого начала это спланировали. Они хотели избавиться от меня, да? Да, сынок. Они хотели избавиться от нас. Что я им сделал? Ничего, ничего. Ты ничего не сделал. Ничего, сынок. Тогда почему она бросила меня? Потому что твоя мама любит его. Ни тебя, ни меня, а Изеля. Теперь я никогда больше не увижу маму. Да, сынок. Мы никогда больше не увидим маму. Папа, почему так вышло? Ведь матери не бросают своих детей. Бросают. Однажды все друг друга бросают, поверь мне. И ты меня тоже бросишь. О чем ты говоришь, сынок?
О чем ты говоришь, а? Разве я тебя брошу? Этого никогда не будет, чего бы мне это ни стоило. До последнего вдоха я буду с тобой. Слышишь? Слышишь? Я никогда тебя не брошу, Джан, обещаю. Не брошу тебя. Не брошу.